Уважаемые дамы и господа, представляю вам новую печь, нашу Дубрава 180 от компании Grillit. Печь совершенно новая, новая топка. Получается, какие новинки? Ну, во-первых, она выглядит в совершенно новом дизайне. Есть варианты Short, это как сейчас здесь вы видите, Long и модель Window. Long с телескопическим каналом для выноса топочной части, то есть предбанник. И Window, это с большим стеклом, 39 диагональ сантиметров, тоже для выхода, для вывода из предбанника, то есть либо из улицы, либо из какого-то другого помещения. Вот. Печь совершенно новая тем, что у нее сделана новая система, новая топка, совершенно новая система отвода энергии из топливной части и нагрева, камней. Увеличим КПД печи. КПД за счет чего? То есть здесь, давайте покажу разрез. Здесь, значит, здесь отверстие в нижней части плиты. Все, вся вот эта часть, конечно, сделана из 5 мм 0,9 Г2С. Вывод, значит, отсюда идет энергии, то есть именно пламя. Происходит нагрев вот этих вот элементов, лепестков. Где-то за 20 минут эти лепестки нагреваются до 450 градусов. Тем самым очень быстрая передача нагрева камня. То есть все камни, которые здесь вот находятся в этой части, очень быстро нагреваются. Вот. То есть и здесь это можно увидеть. Пожалуйста, топочная часть. Здесь установлено усиление камеры горения из нержавейки толщиной 2 мм и колосниковые наши обычные колосники панельные, у которых срок службы в 4 раза больше, чем у чугунных. Пожалуйста. Вот такая вот печь. Здесь еще какие плюсы? Здесь установлены ребра конвекции, и сразу же они же это защитный элемент от камней, то есть камни не давят на боковые стенки топки, и тем самым печка живет очень долго. Топка живет очень долго. Вот. То есть вот такая вот печь. Здесь есть прочистной карман для того, если, например, топить сосной, либо мокрыми какими-то дровами. Если вдруг, конечно, как бы забилась топка, то можно, не разбирая дымоход, с помощью пылесоса прочистить здесь все эти как бы каналы горения. Вот. Вот такая вот печь. Там снизу сделана панель, чтобы камни не вываливались, чтобы также проходил воздух через низ. Видите, в виде листочков. Вот эта печь выглядит вот так вот вживую, с камнями. Пожалуйста, можете это видеть. Есть еще также как дополнительная опция сетка для камней. Печь вот эта красотка вот так вот выглядит с камнями. Тут же представлен дымоход компании Grillit, тоже сэндвич 115-250, покрашен порошковой краской черной, наружная большая, очень мощная теплоизоляция, получается больше 70 мм
на каждую сторону. Вот, то есть вот такая вот печь. Еще как бы замечу, что все печи Grilled с этого года окрашиваются силиконовой термостойкой краской импортного производства европейского. То есть качество намного выше, чем было и чем у многих российских производителей. Краска высокого уровня. Спасибо за внимание.